В Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. Призовой фонд 8 миллионов крон разделят между собой ученые из Ирландии, Японии и Китая. Все они совершили революцию в лечении самых опасных для человека заболеваний, вызванных паразитами. Уильям Кэмпбелл и Сатори Амура разработали лекарства против таких болезней, а китаянка Ю-Ю Ту смогла найти препарат, подавляющий развитие малярии на ранних стадиях. Она стала 12-й женщиной за всю историю, удостоенной Нобелевской премии по медицине. Официальная церемония награждения по традиции пройдет 10 декабря в Стокгольме.